Вторая схватка, категория до 60 килограммов. Это болгарин Анатолий Гуйдя на ваших экранах. Ну и вот сейчас представляют его соперника Мавлета Батирова. Олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка мира этого года Мавлет Батиров выходит в центр ковра. Анатолий Гуйдя также сегодня выступает впервые. На ковер не выходил свеженький. Да, тут нужно уже побороться для зрителей. Вот Гуйдя ведь тоже приехал на специально. Только на одну встречу. На одну встречу. На одну встречу, вот именно. Как и монгольский спортсмен. С нашей сборной. Мавлет Батыров провел не одну схватку на этом кубке. Ну, посмотрим. Насколько скажется вот этот вот компонент физической свежести болгарского спортсмена или усталости нашего. Да, интересно, что будет превалировать. Ну, вот я посмотрел на начало. Начал Мавлет хорошо. Хорошо, как-то бодренько очень, как будто и не было предыдущих встреч у него. Минута прошла. Хороший захват ноги. Сумеет оторвать? Если достанет. Вот достал сейчас ногу. Хорошо. Вот отсюда уже можно атаковать. Ну, веди спокойно его. Еще полшага, вот и все. 2 балла получает наш спортсмен. Да, упал в опасное положение за ковер. Болгарин. Ничего не оставалось сделать. Вынудил он его это сделать. Положительно нравится мне Мавлет. Вот вам и все опасения по поводу усталости. Пока выглядит действительно очень... Как будто бы он приехал на эту схватку специально. Визуально это выглядит именно так. Вроде болгарин так уже потрепанный какой-то. Ну, а может быть, с другой стороны, вот такой фактор, как, знаете, набрал соревновательного тонуса в течение этого соревновательного дня и почувствовал какую-то уверенность, почувствовал, несмотря на то, что, в общем-то, это последнее соревнование года и уже сезон закончился, но вот это чувство борцовское, да, вот ощущение и соперника, и ковра уже есть, и сейчас Мавлет это не потеряет. Вполне возможно, и на этом фоне открылось второе дыхание. Да, да. Но, тем не менее, период он выиграл. Спокойно и уверенно, как обычно это в его стиле было. Напомним, что пока наши проигрывают. Бесик Пудухов уступил монголу Наран Баатару в категории до 55 килограммов. И мы сейчас, наш олимпийский чемпион, должен восстановить статус-кво. По крайней мере, мы все на это рассчитываем. Первый раунд остался за ним. И сейчас он намного более активнее выглядит Анатолия Гуйди. Так, активно вставляет снизу руку, атакует. Хорошее давление оказывает на болгарского спортсмена. Он контролирует его полностью. Оп. Да, не достал уже. Может, ему барабанная дробь, которая раздается с трибун, помогает. И кавказские мотивы раздаются. Настроечные, да? Да, 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 да. Заканчивается первая минута второго периода. На табло у нас пока 0. Надо решать в этом периоде. Не нужно переводить в третий период. Насколько я знаю, Мавлет великолепно танцует. Великолепно. Вот, да, национальные танцы, да. Типа лезгинка. Да, да, да. Но вот сейчас танец немножечко, несмотря на то, что музыка раздается в зале, сейчас танец другой. Сейчас медленный, упорный. И жесткий. Жесткий, да.
перекрыл он болгарина полностью, ни одной атаки не дает ему провести. Перекрыл, но на этом фоне нужно самому организовывать атаку. Время уже практически не осталось. 5 секунд и овертайм, жребий. Да, к этому пришли спортсмены. Так. Итак, синий. А не красный? Красный. Я-то надеялся, синий подсказал, но колдовать не умею. Да, захват берет болгарский атлет. Правильно, судья говорит, не нужно руками сдерживать. Взял свисток. Высоко. Это дом. 1-1. Болгарин восстановил равновесие в схватке. Выиграв второй период, да, перевел борьбу в третий период. Посмотрим, насколько у нашего спортсмена хватит энергии на третий период и мощности взорваться, провести прием. Хотя бы один результативный. Ну тут куда, он его растянул полностью. Спортсмен намного выше, Мавлен. Вот, он его растянул хорошо и спокойно перевел. Поставил балл в положение шпагат. Ну что, третий раунд. Сверхконцентрация сейчас, конечно, нужна нашему спортсмену. Он умеет ее демонстрировать, он умеет собираться. В общем-то, один хороший прием может решить. Результативный, я имею в виду, эту встречу. Спортсмены опытные, тут каскада приемов, нечего ждать. А вот один хорошо проведенный прием желателен был просто. Да, ну современное, скажем так, сценарное наполнение борьбы, оно предусматривает как раз то, что вот такого шквала, каскада приемов уже сложно ждать. Все-таки 2 минуты на раунд. Очень-очень мало времени, конечно, очень мало. Но умудряются ведь проводить по 2-3 приема. Но нам не нужно 3, нам нужен 1. Но результативный. Идет 2 минута периода. 40 секунд остается. Пока 0-0. Это показывает нам тренер сборной. Да, непросто. Вот сейчас видно, что подустал немного Мавлет. Или же просто да, вытолкнул за ковер. Есть, собраться. Вот это самое или же вот, и произошло. Вот это его, да. Казалось бы, из ничего сделать результат. Дотерпеть, перетерпеть, и потом взорваться и придавить. Выдавил его. 1-0. Ну что, ваш заказ был принят. Спасибо. Да, спасибо. И исполнен Мавлетом Батировым. Одного приема вполне достаточно было для того, чтобы одержать победу. И сборная России сравнивает результат в матчевой встрече против сборной мира. Благодаря усилиям Мавлета Батырова, олимпийского чемпиона. Да, счет сравнялся, счет 1-1. Вот принял уже поздравления Мавлет Батыров. А мы с вами давайте еще раз посмотрим, как же он эффектно поставил точку в этом поединке.